Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала, как всегда я Субена, и мы будем продолжать играть в игрушку под названием Cities Skyline. Уже вторая серия. Чё третья? Тут что-то пожар, давай, где скорая помощь? Пожарная помощь. Кто-нибудь, сколько за электричество потребляет сам счетчик? Нет, счетчик не употребляет, всегда будет чудесно на свет. День уже проходит. Тут пожар, блин. Блин, кто-нибудь, помогите мне, блин. Я в минусе. Да, в принципе, кредиты очень плохо брать. О, смотрите, прокачивается здание. Уже люди живут. Уже без образования 4, с образованием 2, подростков 2 и молодежь 1. И еще 4 взрослых. Ну, вот видите, апгрейдивают дом. То есть, если мы им... будем в хорошем жилье, они будут жить, и тут не будет и пожарная станция, то есть все будут прокачиваться. Вот, вот видите, тут и у нас супермагаз, да, поликлиник. Ой, сгорел наше здание, но придется ее сломать. Я что, с пепла, бах, все радостно сразу. Вот это рядом, которое здание, то смотрит в это здание сгоревшее и недовольный, короче. Хелдрин Дестрит. Нет, я это назову... да чё? Нет, я назову это супер район. Чё? Я могу там... супер рай... блин, нет. У меня на английском... ну ладно, пусть стоит супер просто. Это такой будет район моего канала, да? Тут все мои подписчики живут. Целых сколько? 2000 людей. Всё. Супер! Считайте, вот тут живут только элита. Элита, потому что тут и здравоохранение, и образование, все есть. Ну, пока я в минусе, блин, на этом я недовольна просто. Налоги придется поднимать, либо не надо. Я так думаю и не придумаю. Вот я, в принципе, кредит взял на 600 тысяч, я хотя бы заплатил кредиты. Да, выплатить сейчас надо. Я не знаю. Доходов мало, 8 тысяч. Надо бюджет менять. Бюджет на электричество оставим. Ну, пока думаю. Нет, думаю, ну хотя бы. Ну нет. На 70. Это. Тоже 70. Ну все, пусть по 70. Бюджет маленький, но чтобы больше денег получить. Налоги. 15. Все. Ой-ой-ой, все требуют электричества, воды. Все требуют электричества. Стоп, пауза. Зря доходы изменил. Да, если тут доходы изменить, то все. Капец будет. Пусть как стояло. Стоит. Блин, зря изменил, сейчас будет тяжело. Ставить обратно. Да, надо было просто налоги изменить. Да, я это буду, думаю, никогда не буду трогать, пусть стоит как стояло, а то сейчас мусорка, все люди помрут просто. Бюджета не выплатили просто. Да, чтобы правильно жили хорошо. Все, сейчас они не должны орать. Пробел. Все, должно пройти это все. Электричество должно крутиться, все должно работать. Все, я на 100% поставил. Ничего не изменил, давай, пропадает эта вся брехня. Да, все пропало. Да, а это что это? Недостаточно образованных работников. Это что за, она что, прокачалась, что ли? Да, она, по-моему, прокачалась. И это лавка 2.0, вторая версия. То есть надо больше образованных людей. Ну тут учатся люди, что я в чем виноват? Ну пока люди учатся, чем мне тут делать? Что это? Воу, люди, высокий уровень преступности. Ё-моё, люди начинают грабить, надо милицию строить. Я думаю, не строить ее, но придется ее строить еще.
Где-то вот сюда, думаю. Вон, 12 тысяч долларов у меня пока нету. Просто придется, чтобы они грабили этот дом. Жалкий дом. Мне интересно, что тут высокий уровень... Все, пропало. Пропала эта штука. Да, правильно. Вот милиция есть. Все, им капец. Полиция, милиция. Полицейский участок. Пока мы в минус 136. Ну, это мало. Он все пропало, да. Все плохое пропало. Свалка на сколько процентов заполнена? Уже заполнена на 12%. То есть скоро она уже полностью заполнится. Вот смотрите. Грязная вода успевает сразу улетать вот в эту часть. А чистая вода забирается пока. Пока все нормально. Вот электричество есть. Вот водонасосная станция. Вот. Ну надо нам образованных людей побольше. А то у нас все какие-то необразованные. Работников 12-12. Да чё вы издеваетесь, что ли? Без образованных всего что 2 человека, с образованием 7, с средним образованием 3. Ну и еще они просят у меня. Вау, вот видите, уже люди прокачиваются. Ресторан Биг Берги. Уже прокачивается, все прокачивается, это что? Процент слишком, налоги высокие, да вы что издеваетесь? Да ну как высокие, да вы что издеваетесь? Ну ладно, сейчас пауза, налоги изменим. Ах, а хотел побольше бабла заработать, уже плюс 100. Ну ладно, давайте им на 13 пусть стоит. Чё? Слишком высокие налоги для них. Ну чуточку изменил, что? Все должно быть радостно. Все должно пропасть, что? Да, все, всем хватает денег. А этому еще не хватает образованных людей. Чего я не понимаю? Уже 12-12 работников. Ты что, издеваешься? Популярный магазинчик в углу? What the fuck? Секунду назад это было Биг Бен или что-то такое. Это небольшой магазин. Популярный магазинчик в углу. Ну окей. Заводы все работают. У всех есть работа, пожарное дело. 2 пожарных дела сразу стоят. Депо, точнее. Вот. Ну пока в минусе. Блин, налоги изменил сразу. Новые службы. А, украшения, да, украшений нету вообще. Пауза. Украшения. Надо украсть наш... 1020, это мужчинский сквер. Это что за сквер? Что оно? Побольше бы? Ну давайте обыкновенный пока что. Сразу радостный, довольный. Теперь второй где-то вот, думаю, вот. Сюда, думаю. Ну куда я хочу? Влепить не могу никуда. Вот и сюда. Все, все радостны, все. Продолжаем, все, все радостны нужны. Обожаю новые партии. Благодаря мэру. Теперь можно. Что-то. Теперь можно чудесный пикник с семьей. Окей. 2 парка. Тут вот такой маленький парк. Детский парк. Маленькая игровая площадка. Вот, а это что за? Это сквер. Свежий воздух, все такие дела. Вот, что тут? Прикладываете дороги, расположая рядом, чтобы они могли добраться до жителей. Развивайте город. Ну, пока у меня нормально. Тут пробок почти нету. Ну, пока все довольны, что? Вот так закрываем. Но мы в минусе большом, просто большом. Я не знаю, налоги, может быть, побольше сделать. Тут много парков есть вообще. Куча парков. Вон, даже супер дорогие есть. Кто-нибудь знает? Да чё вы одно и то же пишите? Вы чё, мне уже просто устал. Бюджет надо все-таки поднимать хоть на 1%. Думаю, я коммерческую зону, то есть где
Надо все-таки на 1%. И на завод тоже 1%. Че? Че заводы отдыхают, да? Мне надо побольше дохода. А то я так в минусе останусь. У меня уже минус 600 долларов. Я должен, капец. Давайте заводу мне платите побольше. Минус 700 уже. Надо что-то делать, а то сейчас, если я кредит возьму, мне вообще будет капец. И так-то я еще должен. Два кредита у меня и так-то уже. Малометражные складные помещения надежными дверями. Детали по номеру 911. Да что я думаю, что недостаточно образованных людей. Да вы что, извините, без образования всего лишь два человека. С образованием 7. С высшим образованием 3. Да вы что, издеваетесь? А должно быть вообще 2. Сейчас это здание разрушу, если оно будет так орать. Я в минусе в большом вообще. Я так в плюс никогда не пойду. Что это популярный магазинчик в углу? Два таких здания уже что-то одинаковых. Ну окей. Просто это по-другому стоит, это вот так. По-моему, это здание купило вот это здание, и они построили вот так. Ну пока можно просто знать, что. Нам еще тут не надо пока строить. Пока все замечательно. Все люди живут, все довольны. Парк есть. А что это Вермонт парк называется? Тут заводы чисто, стоп, я что-то не пойму. То есть, где вот эта штучка под названием районы? Вот районы. Это не тот район. Обычная промышленность. Что тут минус деньги, что ли, или что? И у меня денег почти нету. Что за проценты? Налоги слишком высокие. Да вы что, издеваетесь, если у меня денег нету самого? Да, все просто орут. У нас налоги высокие. Но если налоги не... Я, мне вообще надо налоги на 25% сделать, потому что... Ладно, сделаю на 1%. Пусть все будет 13, все. Не должна орать. Но я так без денег останусь, и минус 10 тысяч, и считайте, я умер. Чё за? Стоп, пауза. Чё это, новое здание или чё тут произошло? Чё это? Да чё за ватов, а? Стоп! Ребят, чё-то я тупанул совсем. Ох, чё это? Чё это? Удалить я могу? И, ребят, я чё-то не то вообще сделал. Я тупанул вообще просто. Чё это? Где заводы, я не понял? Куда пропали заводы? Это фабрика. Ну это все заводы. Что за только что произошло вообще, я не пойму. Надо взять поливку. И разлить ее сюда. Ой, не то. Удалить. И пусть будет здесь завод. Что-то не то вообще я сделал. Просто все проебал. Вот здесь тоже пусть будет завод. Вообще тупанул, блин, и считайте, вот смотрите, видите? Конюшни какие-то построились, я что-то не пойму.
Заброшенное здание, сейчас ее сломаем. Да, все-таки не смогли без этого, без людей. И забросили просто здание. Ну, надо, придется сломать его. Но, умирай, все. Да это что за... Чего-то мне хватает, я не понял. Я только что все заводы сломал. И просто они, считайте, первый уровень. Вообще, немножко сглупил. И все просто поломал. Ой, блин. Денег нету, мы в минусе, минус 500 тысяч вообще. Да, ну, называется супер город, чё. Давайте я лучше возобновлюсь к старой загрузке. Сейчас на паузу. И я не буду сохранять это, загружу лучше обратно, когда я буду более или менее нормально загрузить обратно. А то я вообще тупанул, капец. А я эту серию назову просто тупанул. Придется все заново. Ну, в принципе, я там ничего не строил, кроме парков. Да и как бы все. Все. Че, давайте по-быстрому сделаем время. Я случайно не совсем тупанул. Ё-моё, я загрузился тогда, когда я в самый первый раз строился. Фак.